кипарисы, туя, все в снегу. Магнолии, все листочки, они же очень крупные, все в снегу. Лес уже покрыли первые лучики солнышка. Солнце у нас в этом году редкое явление. Весь январь были дожди. Цветет декоративный кустарник. Вот так он цветет. И сейчас весь замерзший. Весь в снегу стоит. Все цветочки. Примерзли даже цветочки. Такой снег. Вот они. Мушмула. У нее тоже очень крупные листья, поэтому много снега она задержит. Еще листочки такие не скользкие, они такие еще как-то скрученные чуть-чуть. А здесь посмотрите, мандарины наверху. Конечно, сейчас, наверное, все. Ой, извиняюсь, это не мандарины или мандарины. Нет, это, по-моему, апельсины. Это апельсины. Вот они. Поближе. Все в снегу. На земле попадали. Это тоже мушмула. Все листья в снегу. Очень жаль, конечно. Цветочки. Цветущий кустарник. Он цветет самый первый. Обычно в начале февраля. И вот что с ним случилось. Замерзнут. В таком сейчас он состоянии. Ну, рядом с мушмулой я уже показывала. Thank you.
Синички где-то поют вдали. Слышно их. Солнышко увидели, обрадовались.